денёчек, вечерочек, плавно переходящий в ночь. Чё-то бабой сегодня, походу, нас покинуть собирается. Бегаю её, смотрю. Лежит ей, ну, вроде как плохо дышит, поэтому хожу. Холодно, уже ночи холодные. Да у меня самой голова 2 дня болит. Возможно, ей плохо стало просто. Поэтому иду проверяю, всегда страшно. Уже даже поплакала немножко, потому что жалко их. Понимаю, что старость... Что мы сделаем? Ну, что мы сделаем? Уже глубокая старость. Вот как-то так. Идемте. Всегда подхожу, и у меня сердце сжимает. Боже мой, писька. Ну, блин, страшно же. Мне всегда страшно в такие моменты. Я же села в душ и порыдала, блин. Что я могу сделать? Ничего не сделаем. Она какая-то просто слабая. Ну, пока лежит, слава богу. Баба, кушать она отказалась, но она уже 3 дня как-то. Говнячек, ну что ты, дышать-то ты легче стала. В общем, она отказывалась вставать. Сейчас я фонарик переключу. Почему-то отказывалась вставать. И у нее такая сильная слабость. Но я, кстати, заметила, если там она день постояла в Ливаде и никуда не ходила, ее никуда не выводили. Все, ей плохо сразу становится, она отказывается куда-то ходить. Глаз живой, температуры нету. Мы укололи ей. Гепатоджект у нас был. И сульфакамфокаин, потому что перистатика у нее все хорошо. Не, ну так совсем лежит, конечно, нет. Мне кажется, ее даже полегче стало. Да. Ну, дышит тяжко, конечно. Писька пришла тоже. В общем, приходится ходить. Сейчас разбужу. Писька ее тоже трогает. Говорит, бабка, не вздумай, мы уже привыкли. Бабка, мы будем рыдать за тобой. Правда-правда, еще лето не закончилось. Ну-ну, еще можно пожить, правда. Поэтому давай, отдохни, полежи. Вставай, встаем. Хорошо, бабуль? В общем, вот. Выводила я ее, правда, на траву. Чуть-чуть она прошлась, постояла. Пастись она отказывается. Топаем за Серегой, еще уколем ей. Колесо тебе как раз удобно, да, лежать. Ну ладно, за Серегой. Ну вот, в общем, как-то так. Боже мой, тут еще кто-то. Это Кузя. Страшно. Как-то так. Поэтому топаем за Серегой, еще ее уколем. Кузя. Блин, тут одни глаза ночью. Ну, стрёмно вообще.